А в это время в замке у дедушки Фрея дедушка принимает пищу, а пищу подтаскивает какая-то непонятная девка. Ты не из моих, что ли? Нет. Так и знал. Слишком смазливая. Хлоп! По жопе ее. Ну и где мои придурочные сыновья? Черный Уолдер и Лотар обещали явиться к полудню. А девка говорит, они здесь, май лорд. И чем они заняты? Подстригают свои пёзды. Зови их сюда. Они уже здесь. Вот. И показывают на принесённое блюдо. Там темно. Пирог там. Да, пирог точно. Я не сильно разглядел. Потом только понятно стало. А девка говорит, разделывать их было непросто. Особенно черного Уолдера. Что? Говорит дедушка. И тут художественный фильм «Фантомас» снимает лицо. Меня зовут Авария Старк. Я хочу, чтобы ты знал. Последнее, что ты увидишь, это как тебе улыбается Старк, пока ты умираешь. И режет дедушке горло. Дедушка что-то даже как-то не сопротивляется, ничего вообще. Но он свалить пытался с огромной скоростью. Ну что это за херь это? Рожь-то она сняла, а сиськи она тоже сняла? Откуда взялась посторонняя пизда в замке? Это во-первых. Во-вторых, где она разделывала этих самых двух? Они, кстати, оба военные. Их так просто, наверное, не разделать, особенно двух. Да. Она их где их, она их готовила? Почему это вообще никто не видел? Как она одна попала, наконец, совсем приготовленным в расположение к милорду? Со своим мясом пришла на кухню, испекла пирог с разными мясами из одного и из другого. Кстати, непонятно, а почему она его не накормила? Сначала надо было... А он же скушал сначала, он отрезал кусок и съел. Как-то не очень заметно. А потом-то... откуда она Харю-то взяла? Она, видимо, какую-то еще девку постороннюю завалила. И ее там по всему фэншую квадратного дома... Волшебно вырезала, волшебно надела. Вместе с сиськами и жопой. Да, оно на ней волшебно сработало. Я как-то понял, что это были специально магически подготовленные маски с соблюдением там ритуалов, волшебства и всякое такое. Потому что, когда она эту бродяжку завалила, срезала с нее морду, там какие-то кровавые, там нигде не текла кровь по стене из этих глазниц и прочее, потому что бродяжкина рожа была явно с нарушениями, это снято и поставлено, а она точно работала, а ее точно обучили волшебству. Нам этого не показали. Ничего не показали, вообще. Соответственно, полная херь, блин. Ну, просто, а как она, вот натурально, как она, даже будучи вот этой перевоплотившейся, она где это все провернула, ну, чисто физически, я все понимаю, ваша там магия, немножко недоговоренности. Угу. Но просто вот физически объясните, где это она все провернула? Это же опять рояль в кустах, точнее, да. Теперь уже из кустов. Да, да, да. Это самое поганое, что можно сделать вообще в художественном произведении, это применить рояль в кустах. Ну, потому что вы говорите, а будет так, почему? Ну, просто потому что я так хочу, и все. Да. А вы, товарищи зрители, наслаждайтесь нашими выдумками, так сказать, да.